Привіт усім! Ви знову на каналі Dan IT Education. І сьогодні ми поговоримо, знаєте про що? Про діджитал маркетинг. Наша сьогоднішня гостя – власниця Roxy Agency, це діджитал-агенція, Роксолана Алієва. Також Роксолана за сумісництвом є викладачем нашого курсу «Діджитал маркетинг». Розкажи ж нам, будь ласка, що ж таке діджитал маркетинг? Усі чули, але ніхто не знає взагалі про що це. Digital маркетинг – это в переводе с английского означает цифровой маркетинг. То есть это комплекс маркетинговых мер только в интернете, это если простыми словами. Сюда входят контекстная реклама, таргетированная реклама в Instagram, Facebook, TikTok уже, работа в социальных сетях, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, еще работа в мессенджерах. И создание сайтов. В общем, это обширный комплекс маркетинговых мер в интернете. Ну, але все ж таки, як розпочати свою кар'єру в діджитал-маркетингу, якщо стільки є різних страшних слів SEO, PPC, CPC, як взагалі визначитися в цьому? Знаешь, вот я, наверное, расскажу свою краткую историю, как я определилась. 8-9 лет назад я была мамой, я есть сейчас мама. Вот, я пошла на курсы, похожие, как в Dan IT, где были разные направления, где был и контекст, и SEO, создание сайтов, и SMM. И когда я слушала курс по SMM, он меня очень сильно вдохновил. Я вдохновил преподаватель, между прочим, был такой харизматичный, Женя Зингер. Вот. И я поняла, что это то, что я хочу в этом углубляться. И уже на курсах я получила первого своего клиента. Я начала писать посты, я начала фотографировать, снимать контент. Это был бренд сумок, вот. И набираться опыта. Вот, в этой сфере очень важно, если вот, допустим, люди хотят, да, кто-то сейчас смотрит это видео и думает, вот я не знаю, что мне ближе, нужно попробовать все. Нужно пойти на курс, где есть общее представление диджитал-маркетинга, что это такое, какие есть сферы, и получить это комплексное образование, и потом прислушаться к себе. То, что вам ближе по вашим способностям, по вашим качествам, да, скиллам. И тогда уже определиться с направлением и потом углубляться. Потому что курсы — это всего лишь первый шаг. Это только, вот, знаешь, войти, вот так. А потом уже нужно практика закатывать рукава и в поле чесать. А что касается профессии диджитал-маркетолога, это такой универсальный солдат в мире диджитал, который разбирается и понимает, какие основные цели KPI. KPI – это показатели эффективности работы, например, того же таргетолога или SMM-специалиста, или специалиста по настройке рекламы в Google. То есть он знает все, и он держит и руководит всем процессом целиком. Ну и, соответственно, отвечает за это. И такой специалист – это один человек в компании, и он необходим. И на него, кстати, навешивать не надо SMM или какие-то дополнительные функции. Он может совмещать, но это, ну, немножко другая история. Скажи, будь ласка, чего наймаешь ты джунив? Конечно, конечно. Я вот даже джунов сдала найти, схантила, или как сказать, нет, взяла, блин, даже не знаю. Це треба залишити. Схантила, взяла. Вот. Они у нас прибронированы. Придержите. Если честно, я постоянно нахожусь в поиске классных ребят, талантливых, с горящими глазами, потому что основное, что цепляет руководителя, это горящие глаза джуна, то есть кто хочет развиваться, потому что такие люди, они более цепкие, они даже если делают ошибки, они их быстро исправляют, потому что у них есть интерес. Вот, поэтому иногда, точнее всегда, лучше взять джуна,
у которого есть вот базовые навыки, и их апгрейдить, да, ну, как подстраивать под себя, под свое агентство, под свой стиль, и они вырастают и, ну, становятся очень крутыми специалистами. Вот. Очень классная площадка. Вот то, что мне нравится в DanIT, это, ну, правда, личная рекомендация, что когда люди обучаются здесь, они потом получают возможность трудоустройства, например, у тех же преподавателей, ну, вот как у меня история, или же у компаний-партнеров тоже, что является преимуществом, как по мне. А що б ти могла порекомендувати тим, хто для себе розглядає сферу діджитал-маркетингу, але поки що не визначився, наприклад? В первую очередь просто загуглите, что такое диджитал-маркетинг, и почитайте несколько статей, затем углубитесь в ресерч, посмотрите ролики на YouTube, телеграм-каналы, все в доступе, открыто, и это даст вам общее представление, такое поверхностное, но для того, чтобы понять, ваше это или нет, я все-таки рекомендую записаться на курсы, потому что курсы дают структурированную информацию, где уже преподаватели дозированно дают то, что нужно. И вы уже не перелопачиваете кучу информации, а получаете применимые практические скиллы. Що б ти могла порекомендувати тим, хто для себе зараз розглядає вакансії і шукає роботу? Якби людина хотіла, наприклад, постукатись в твою агенцію, запитати, а у вас там раптом немає вакансій якраз для мене? Что бы я могла порекомендовать тем, кто хочет попробовать себя в роли диджитал-маркетолога? Конечно, все знать джуну, ну, это крайне сложно, потому что, во-первых, нет опыта, а если еще после курсов и нет проекта, то есть только, наверное, дипломный проект. Вот. Первое, что это быть честными, прийти открыто и сказать, что я хочу, вот это я умею, это я не умею, но я научусь, взять тестовое задание и сделать максимум то, что вы можете. Супер, дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що зараз хоча б на кілька осіб діджитал-маркетологів в світі побільшало. І ми вас змотивували. Якщо вам цікаво дізнатися ще більше про IT-компанії, IT-світ, IT-професії, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, шер і дзвіночок. До зустрічі!